Добрый день, дорогие друзья. Вот этот обзор будет по городу Березовскому. Сейчас я в нем нахожусь. Приехал к друзьям в гости. Сейчас мы находимся в центре города Березовского. Это площадь. Здесь находится администрация города Березовского. Вот, пожалуйста, здание. Оно и раньше там находилось. А это вот ДК. Раньше было ДК шахтеров. Проспект Ленина, 20, адрес. Когда-то здесь подходили дискотеки. Давным-давно. Сейчас здесь находится кафе-ресторан. Потом что там еще находится? Тут праздники проводят. Театр драмы вот приезжает сюда 12 ноября. А это вот здание, оно так и есть до сих пор. Это Почта России. В нем же находится Почта Банк. Вот. Так что...